Друзья, всем доброе утро. У нас сегодня проливной дождик, поэтому мы едем в школу на машине. Ну да. А еще у мамы... Добрый день. Мы сегодня едем в школу. У нас такой вот дождь супер большой. И ну, кто-то едет на великах, кто-то на машине, вот сейчас как мы. Так вот мы едем. А кто-то идет и без дождевиков даже, да? Да, кто вообще, мы сейчас видели вот еще, который идет без дождевика. Вот мы приехали уже к тому месту, там, где нас учителя встречают. Почему мы не поехали вот здесь? Потому что нельзя. Вот тут вот нас сейчас будет забирать вот тот вот учитель. О, и полицейский наш любимый. Ну да, да? Это... Курин, сейчас привет. Мама мне даст доллар. Окей. Итак, ребята, тем, кто особо переживает, чего мы завтракаем, показываем. Мы не голодаем. Продолжается мое интервальное голодание. Теперь уже наше, потому что у меня появились единомышленники, которые меня поддерживают. Сегодня я... Ну, это зелени просто много. У Алёши не так много зелени, потому что он не козлик, он лев. Вот, я пожарила бекончик, немного фарша у меня оставалось. Семга, которую я насолила. Моя любимая гуакамоле, маслечко, ну и Алёша, если захочет, йогурт. Вот такой детям очень понравился, там с насыпушкой. И наш любимый трюфель с сыром. Нам приятного аппетита! Устаю. Серёжки. Как вам? В общем, занесла меня сегодня судьбинушка в TJ Maxx. Вот. И мне нужно кое-что здесь прикупить. Сейчас покажу, что. Ну, какая радость, оно здесь есть. Вот такой беру кофе всегда. Сейчас почему-то в магазине оно подорожало почти 2 раза. А здесь еще нет. 7,99. Так, срок годности хороший. Ну, срок годности оно у нас не пролежит. Мы быстро пьем кофе. Смотрите, какая прелесть. О, вообще, да, милота. Подарить кому-нибудь. $12. Очень много всякого разного чая. Такой нашла красивый салатничек. Прям прелесть. 7,99. Но тут отколото уже. Бортик. Обидно, елки. Ой, смотрите, какие бокалы красивые. Капец. Под Маргариту. Тут прямо в ножке. Видите, прелесть какая. 7,99 штучка. Это тоже вот золото, бриллианты. В общем, смотрите, взяла себе вот такие кольца. Еще шампунечку мальчикам и кофе. Так, ой, в TJ Maxx, видите, такие же появились автомобили. Сейчас мы еще возьмем шоколад бельгийский. Вкусненький. И поедем домой. Ну все, дорогие мои, потратила опять немного денежек, купила все самое необходимое. Так, где мой водитель? А, сумочки вам не стала показывать, что-то сегодня столько всяких сумок разных там было, и корсы, и кляйны, и все на свете. Не знаю, мне уже вот они, правда, поднадоели. Если вам интересно, напишите, покажу, расскажу. Может, даже, кстати, что-нибудь разыграем какой-нибудь. Вот. Вот бабы, блядь, а. Короче, я себе купила вот эти все-таки кольца. Ну, сразу же видно, да, как человек изменился, да? Сразу видно, что все хорошо, идет, красиво. Но муж-то не заметил. Ну, как можно не заметить? Да, говорит, красивая. Угу. Ну как можно это не заметить, я а? В глаза я смотрел. А я-то хвастаюсь сережками. Короче, я хочу купить цветочки. Вчера насмотрелась, поняла, что мне не хватает красоты. И сейчас какие-нибудь я выберу. Такие красивые букетики.
Смотрите, какую красоту выбрала. Самое интересное, что они потом распушаются, распушаются, и такой красивый-красивый букет становится. $10 всего. Ой, смотрите, тюльпанчики. У нас в Железногорске был комбинат благоустройства. Там всегда к 8 марта продавали тюльпанчики в горшочках. Так, здесь это стоит 5, по-моему, 5,99. Сейчас вам скажу. Да, 5,99. И там здесь 5 луковиц. Я не знаю, можно их будет пересаживать или нет. Ну вот, то, что они простоят дольше, чем те, которые просто в воде, так это точно. Смотрите, в вазочках сразу. Так мило это все вообще. Красота. Смотрите, какие хризантемы красивые. 3 букета за 12. Тут любые 3 выбираете. Можно одного цвета, можно разного. Вообще прелесть, конечно. И они потом такие пушистые-пушистые будут. В общем, я такая мнительная-мнительная девушка. Я все-таки взяла 3 за 12. Смотрите, такие темные с желтеньким и желтенькие. Наверное, теперь я счастлива, но это не точно. Так, я еще взяла 2 батона. И сюда я пришла за ягодой. Потому что вчера была ягода не очень хорошая. И суши, да, самое главное. Сегодня среда, все суши по $5 должны быть. Так, ну вот эти вот уродцы, я вам их показываю постоянно. Ну, такие славные. Такие они ароматные, но кислые. Ну вот, видите, сегодня 3 за 10 малина, ежевика. И появилась очень хорошая блюберис. Смотрите, какая крупная. В общем, я взяла 3 малинки и 2 ежевички. А, вот они суши, суши. Любые суши сегодня $5. Любые. В общем, взяла еще 4 упаковочки суши. Как мой малышочек просил. Такие стейки тут красивые были. Ну, что-то у нас столько дома еды, что я думаю, что пока стейки подождут. Потом лучше в Костко мы купим. Слушайте, ну вроде больше мне ничего не нужно. Теперь моя душенька довольна, но вот опять иду мимо мороженого. Дома 3 вида стоит. Ну, надо же еще что-то посмотреть. Идрит, Мадрид. Если что-то будет интересненькое, возьму. Я же убралась в морозилке. Там теперь столько мест. Так. Мне нравится Павлик с тем, что здесь все время какие-то акции. О, 2 за 8. Обычно стоит 5,55, теперь можно 2 за 8 взять. Экономите $3.10. Интересно даже очень. Так, сейчас что-нибудь повыбираю. Егорыч у нас любит вот такие небольшие баночки. Пробовать всякие разные вкусы. Мы один раз взяли с... Господи, что там было-то? Какой-то алкогольный напиток. Мне очень не понравилось. Какой-то ром или что-то такое. Ну, в общем... Непонятное какое-то мороженое. Так, сейчас здесь что-нибудь посмотрим. Ага. Интересно. Да, вот этот вот нам вкус понравился. Дольче личи. Не знаю, что это такое, но очень вкусно. Сейчас начнете меня поправлять. Деличи. Умею я читать. Ну как можно мимо пройти вот этого вот, господи, мякишного чуда такого, а? Ну, все, иду на кассу, потому что уже мне больше ничего не нужно. Так, что-то Витни Хьюстон, журнал People. Наверное, какая-то годовщина, сейчас почитаем. Иду такая с сережками, трясу своими красивыми. Показываю вам, какое небо. Забыла, где машина наша. Сейчас буду идти искать. Да, уже нашла. Все на меня странно смотрят, что я снимаю, снимаю. Ну, вы только посмотрите. Перебрала букет. Это вам вид снизу. Это вид сверху. Смотрите, какая красотень. Обожаю хризантемы. Которые не отцвели уже давно. Прелесть, правда?
Завтра это все распушится и будет просто... Я вам покажу. Ой, еще купила мороженое, я вам показывала Дульче де Личче. Дульче де Личче, да. А это, оказывается, фрозен йогурт. Но я его ем, и мне кажется, что это прям мороженое-мороженое. Ну, я положила себе, и у меня его экспроприировал один товарищ. Пусть ему будет вкусно. А тем временем старшенький мне подложил еще вот одну такую бумаженцию, где написано, что он закончил вторую четверть с отличием. За первую у нас такая бумажка уже есть. Так, Володечке понесла перекус, малинка, ежевика и виноградик. Думаю, многовато, не знаю, съест все или нет. Сейчас посмотрим. Так, несу. А он тут что, ты играешь, парень? Я не играю, я видео смотрю. Так, какая твоя самая любимая ягода? Блюбери. Ну, здесь нет блюбери. Здесь только ежевика и малина. Что, не будешь есть? Будем. Давай заберу. Ах ты, нет. Поцеловаться. У нас тут вечерние обнимашки и целовашки. Друзья мои, мы сейчас обсуждаем с Володей YouTube, ютуберскую науку. Он у нас... Ну, рассказывай. У меня есть, короче, канал в YouTube. Как называется твой канал? Геймвовер. Геймвовер, ребята. Ну, я... Это игровой канал. Да, ребят, Вова очень любит Майнкрафт. И если вдруг у вас есть дети, которые любят Майнкрафт, которые любят что-то строить, тапс, создавать. Тапс, пожалуйста, зайдите, посмотрите. У меня есть так, тоже а тапс, ты в курсе, что ты в курсе, что реклама на YouTube платная? У таких блогеров реклама платная. Как вы думаете, сколько мне с него взять за рекламу? Скажи, мы заплатим золотом. Это будет самая дорогая реклама. Ну, на самом деле, если у вас есть детки такого возраста, может быть, чуть старше, и которые те, кто... любят, да, залипать в компе, то вы можете зайти на канал Game Wover и подписаться, или просто посмотреть, вдруг вам будет интересно. Вот. Ну, там Game Wover и обложка с Майнкрафт. Да, и не забудьте поставить там лайк. Есть еще, там есть еще другие много каналов, Game Over, Game Trover, как, вот так вот. Ну и просто вбейте Game Over, и там будет обложка с майнкрафтовским домом. Угу. Ну все, а мы желаем вам хорошего дня, спокойной ночи, у кого всем что. Пока. Всем пока, всех обнимаем.